Кого поздравляют с именинами 15 июня? Марии, Ульяны, Юлианы, Дмитрий, Иваны, Константины, Никифоры, Яны, обладатели этих женских и мужских имен, согласно традиционному церковному месяцеслову, могут праздновать именины 15 июня. Также сегодня с Днем Ангела можно поздравить и тех, кого крестили по католическому канону, а именно Алис, которая также в этот день празднует свои именины. Для мальчиков и девочек, которые появляются на свет в данный период, желательно выбирать мужские и женские имена из вышеуказанных. Тогда они всегда будут находиться под защитой святого покровителя, в честь которого названы. Согласно церковному календарю на 2020 год 15 июня Православная Церковь почитает благоверную княгиню Вяземскую Юлианию. Поэтому особенно важны именины в этот день у Юлии, и для крестин, рожденных сегодня девочек, это имя будет наиболее подходящим. Известно, что вместе с ним они обретут надежную небесную покровительницу, а также с его помощью унаследуют от нее все самые лучшие черты. Так, именинники или, правильнее сказать, именинницы дня поражают богатством своего внутреннего мира и многогранностью натуры, в них сочетается честолюбие и деловитость женственностью и хозяйственностью. История жизни благоверной княгини Вяземской Юлиании Юлиания была знатного боярского рода Даниловых, отец выдал ее замуж за князя Вяземского Симеона Мстиславовича. Супруг ее вместе с князем Смоленским Юрием были переселены в удельный град Торжок. Здесь Юрий, пораженный необыкновенной красотой и добродетелями княгини Вяземской, решил во что бы то ни стало сблизиться с ней. Но благоверная княгиня всячески избегала этого прелюбодеяния. Преследуемый своей навязчивой идеей, Юрий умертвил Симеона, но княгиня не сдавалась и, обороняясь от своего мучителя, ранила его ножом. В гневе он отсек все ее конечности, а тело сбросил в реку. Вскоре убийцу ждало возмездие в виде большого поражения на поле брани, тогда он осознал свою вину и, искренне раскаявшись, всю оставшуюся жизнь искупал ее постами, лишениями и молитвой в монастыре. Тело княгини было найдено через год одним немощным крестьянином, пришедшим на реку. В видении он услышал, что княгиня просит похоронить ее по всем христианским обрядам. После видения человек внезапно исцелился, чудеса исцеления от мощей Юлиании стали происходить и после ее погребения. Видео «День ангела» 15 июня, все именинники 15 июня.